Какие дела? Пустишь меня к себе на огонек? Блять, точно не убьешь? Что-то вы какие-то подозрительные. А где Блять, там шпата? блять, если вы меня убьете ради фрага, пиздец, это такая хуйня вообще, пацаны. Захожу без оружия захожу. Пиздец. Давай, давай, захожу без оружия, вот. О, нихуя, спасибо, пацаны, я думал, вы меня захуярите. Короче, ты где, блядь? Вверху кто-то еще есть? Алло, блядь. Да, алло. Ты где? Какая нахуй тюрьма? А, который ближе к палаткам. Ебать, это Я... после двух ангаров, что ли? Да. Какая тебя туда А, пустили? да, русский. Они, короче, мирные. Сидят, просто бамбук курят, да? Да, они все пускают сюда всех подряд. Может, их захуярить, пацаны? Как после... Дай наверх, пойду, дружище. Что, может их захуярить, не? Да не надо. Не надо? Но они меня пустили по-дружески, короче, мы вдвоем. Нихуя вообще не сказали, просто заходи. Говорит, мы дружим. Долбоеба. С трех сторон работает. Это хочется их захуярить, не представляет. Я лучше. Я, короче, в уёбищную постройку забежал. Непонятно. Да, вообще непонятно. Уебищная постройка. Стоунхендж или чё, ебать, я хуй знает. Середине поля, блядь, заебал как. Ржавая хуйня. Я прочекал его ник. Император. Сейчас попробую связать его, если есть чем. Нечем. Да, откуда ты хуяришь с деревьев? Ебать мой хуй. В этой ёбищной постройке я подошел на втором этаже к краю окошка. Угу. И он у меня вылетел оттуда. И разбился, пидор. Ну. А, не-не, пацаны, со стройки стреляют. Ты, по-моему, от кого-то заразился. Да-да, стройка, вот, замес на стройке. У кого так игру слышно? Я в наушниках. Дженя? У тебя-то в колонках, да? Да, я не могу. Да ладно. Ой! Ой! Женя, да я сейчас по тебе попал в настройки. Алло, блядь. Ну. Женя. Да тихо, блядь. Томми. Томми, Томми, я Томми. Слышь, Томми, открой мне казарму, блядь. Какую казарму? Да я подхожу, блядь. А, сейчас мой корефан придет, пацаны, не стреляйте, пустите его. Сейчас мы как все придем. Вот, это он, мой корефан. Заходи, Жека, ага. Жека, заходи. Там тело сзади меня где-то. Вот это голубой... Голубой это он, короче, голубой, который. Это Жека, у него погремуха, короче, узда. Серьезно, прочекай денег, у него узда не... Дай я наверх поднимусь. Ага, спасибо. А знаете почему узда? Потому что он всех в узде держит. Так что вы постарались им. Я минусанул, чуваки. Б,
Бля, их тут много, Жень, давай, давай их захуяримся, Женёк. Механизм. Пизда, мы как, блядь, ёбаные покемоны тут. Так. Кто его, а, зачем, а чё, чё за хуйня? Чё за хуйня? Я появился почти. А зачем ты его убил? А, ну давай, давай, все, окей, договорились. Давай я такую тему тебе промышлять. Мы, короче, теперь будем эти жулики ебаные. Давай, дай я наверх поднимусь. Все, ништяк. Я тебя понял, император. Все. Ты просто бы сразу предупредил. Я думал, может, ты с ума сошел. Я сначала не понял. Все, окей, окей, да, договорились. Да, давай, давай. Киньте там какую-нибудь хуйню, чтобы они бежали. Где вы? Сыр. Я в этом. В какой тюрьме вы? Блять, Макс, тут такая хуйня, они больше, короче, никого не пускают, понял? Они примануху кидают, мы типа френдли-френдли, теперь кто забегает, они хуярят. Вот они только что с чуваком так разобрались. Вы где? Тюрьма, которая ближе к палаткам. Понял, какая, Макс? Нет. Блять, палаточный городок. Ага. И там тюрьма, самая ближняя к нему. Тюрьма, тюрьма. И ничего не спавнится. А я в другой тюрьме, которая... Возле стекляшки, я понял. Нет, а я возле... Нет, другая, другая, которая вообще... Где бараки одни. Да, я тоже тут, рядом с тюрьмой. Там в тюрьме кто-то сидит, и то кто-то пытается попасть в тюрьму. Какие бараки, блядь. Женя! Чё за хуйня происходит? Где? Ну не знаю, пацанов мутит, которые с нами в скайпе. Откуда валят? Не знаю. Так, еще кто-то рядом. А ты в меня сейчас не стрелял, Серег? Не знаю, я кого-то... Кто-то валяет... Это не ты? Это я валяюсь. Ты бы сказал, что ты рядом между двух бараков. А, ну так вы рядом с нашей тюрьмой, ёпты, пацаны. Рядом с МГУ. А, нет, мы не рядом с МГУ. А. Морфин в калите... А, у тебя, наверное, штаны заменились. А перебинтоваться, чё? Я, ну, походу, наверное... сервер. Походу. Да, я не могу ничего скинуть. А сервер слетел, походу. Да, сейчас я попробую захуярить чувака, который на здесь стоит. А вы это, с сервера не выходите, просто ждем, как все заработает. Да я даже... Я даже выйти не могу. Я в этой... Понял? Блять, в камере, блять. Ну и чё? Ничего. Тёма? Это чё молчит, блин? Серёга, пойду на маяк, ой, на маяк, на этот сброс. На... А ты меня перевязать не можешь? Да тебе все равно ничего не будет, сервер повис. Пинг просто там под 5000. Я хочу на кран вот залезть. Может, не откатит и мне повезет, я буду на кране. Как раз винчестер. Ну, все, помер у меня. Да проще выйти еще раз попробовать. А Тёма где? Я в смысле выйти еще раз попробовать? Ну я вот перезахожу на него. Зачем? Да, блядь.
А, точно, точно. О, выстрел. Просто стрельба. Ой, я загрузился. Вы загрузились? Я третий. Не работает. Да перезайдите. А, все, опять повис. Перезаход ничего не решает, это у всех. Сейчас просто надо торчать на сервере, пока все не заработает. Что решает? Пизду я, короче, погнал в прайм и ебашит. Женек. Да, ну вы, прайм. Давай, ебанем. Не, не хочу. Ну заебал. Нет. Один на один. Нет. Блять, ну можешь взять Макса в помощь. У меня память. Ну что, может на обычный тогда пойдем, на наш. Блять, я не прибегу к вам, пацаны. Ты в электро? Я? Да. Я хуй знает где. Ну, я умер просто. Пробуем. Шестой. Пинг упал. Очередь пошла. Идем. Третий. Четвертый я. Все, он уже фуловый, блядь. Второй. Тёма. Спустился сервак? Да. Восьмой. Первый. Второй. Вот если бы сейчас спали, вылетел уже на сервер. Чё? Да не, ничего. Макс, а ты добежал на серваке там за нас? Я... Где? До куда? До этого, вот. Да. До француза. Я во французе, Серега. Меня изгнали какого-то хера. Откуда? С сервера. Какого? А, пинг опять там, 5000. Но у меня заходит. Может, правда, повиснет. Да, чё? Чё? Белый экран. Вас изгнали. А у меня белый экран. Ебать, 10 рыл на наш сервер на тот. Тёма. Да куда-то отошёл. 8, я 8. Я на наш пошел, брат. Ну это да, гоню. Ну блин, мне надо с игры-то выходить. Ну что, думаешь, вообще подзависешь? Ну у меня она зависла вообще. Кстати, быстро, я уж 6 на наш. Спасибо.
Блять, надо было АК взять, нахуй, Серёге. Чё надо было? АК забрать у тебя. Может, зайдешь на серый? А, Серег? Чё? Ты, может, зайдешь на серый? На шестой. На обычный, да, на наш? Наш, да. Пятый. Ну, сейчас еще сюда. Четвертый. Собака. Четвертый. Третий. Второй. Ну что там, взлетаете, что ли? Может, побежим, не знаю, куда-нибудь. Либо в СЗ, либо в старый. Тебе здесь не нравится? Просто взяли на... Тут вообще экшон. Конкретный, да? Раз в полчаса, раз в 40 минут. Не, наоборот. Вообще экшон редко. Я же говорю, я вот сейчас вот ждал, как Артём умер. Я сидел, вообще никого не видел. Где-то около 40-50 минут. Только тип какой-то забежал, я в него попался с К-74, он спокойно взял, убежал дальше. Так, фавориты. Как у нас там назывался-то? 12, что-то там. Да, блядь. Там H9 AM. Ну, короче, я не помню. Короче, френдли где? Так мы же еще не зашли. Назови, какие у тебя сервера там. В фаворитах есть Noob All Welcome. Нет, точно нет. Там, где WW, помню, начинается. Есть так, такой? Сейчас, тогда я когда играл. Как они? Привез плавит. Сейчас. Ох ё, ох ё. Grumpy PC 12. Ну, WW Grumpy PC Gamers, по-моему. И там 12 есть что-нибудь? 12, там? Да, Hours, 9 AM, да. То 6 PM. Да, это он, да. Блин, а почему он? О, Жека, ты уже зашел. Жека зашел уже. Да, что я первый. Восьмой. Очередь быстро идет. Походу там жестко зару. Трое сейчас заходим. И сейчас там вас ждут. Вот она. Ну, я первый, это все. Узнаю. А ты во французе тоже? Да. Ну, вылетел. Сейчас одной очереди вас всех положим. Я бы сказал, по одному. Да мне даже стрелять не с чего, если что. Вообще у тебя ничего нет, да? Вообще ничего нет. Патрон-то какие патроны? Ну, явно нет. Ну, наверное, 22-й. Сейчас приду. Я уже говорил, что... Захожу. Отлично.
Держи. Патроны еще 5 штук забери. Блять. На у кого 762 на 39 патрона? 62 на 39. У Макса, наверное. А у него АК? У него АКСУ же было. Твое. Я, по-моему, должен даже обойму счет надо. А на АКСУ разы. А что ты мне 5 патронов тебе дал? А, натуре. Это калашу. Я тебе дальше по заднице. Пойди. Да. Маленький. Маленький. Совсем маленький. Нормально. Серег, бинокль у тебя? Или прицел? Бинокль у меня есть. Прицел на мосину тоже есть. Короче, я погнал на пожар, Серёг. А, там будешь сидеть? Да, сейчас я только скину. Трумпет этот ёбаный. Я, короче, всё. Чё? Ну, я всё на сегодня. Ладно, давайте, пока. Давай, а Тёмка куда делся? Я сам не знаю. Женя, я охуею. Чё? Ну и чё, ну шёл? Ну это нормально. Нормально. Ну Макс сказал, да, за ним замечается такая фигня. Ладно, Макс пятый, он курит на балконе. Пока сижу. Угу. Не, я вот всегда волнуюсь вот из-за того, что вот так вот в этом французе оживаешь, да, а там кто-то сидит уже тоже. Вот это. Ну вот он рядом со мной ожил, если честно, я даже не заметил. Так что, в принципе, может это и плюс. Угу. А так, так, да я не знаю, самый гон то, что они все в одном месте блин, всегда выходят. Ну да. Так, Жень, четвертый, Макс пришел. Ага. Серега, спасибо. Все, я все. Как обычно, да? Он Макс. Зашел хоть он на сервак? Макс. А. По мне с Блейза садят. Ну, я четвертый. Он заходил на сервак хоть? Да, он зашел и ушел. Ака мне отдал. Вижу. Попал, пику. Есть чем перевязаться? Перевязаться есть чем. Четвертый. Как хорошо с другой стороны пожар. Лестница. Даже шина есть.
А, он у меня домашний, Макс. Алло. Тёма. Да. Меня приняли на серве. Красава. Как приняли? Макс, я пипец. Джека, как приняли? Слышь, что говорю? Да разбери эту херню. Какую? Ой. Шину разбери. Как я ее разберу, она домашняя. Руинит? Да. Нет, дэмэдж. Ну, разбери, она должна разобраться. И что, добавилось лоскуты домашней? Ну, ну, обвяжись что-то. Он не обвязывается ими. Чтобы не течь. Он не обвязывается ими. Ну что я сделаю вот? Блять, иди лови нахуй, АК. Я сейчас я на тебя скину. Четвертый. Пизда. Я там же во французе, но я четвертый. Пизда. Я ползу-то, понимаешь? Алло. Да, алло, алло. Ну а чё? Женёк плохо. Я в пожарке. Помирает. Скотча а ничего серьёзно? Там нету, да? Ничего нет, я в пожарке. А Серёга где? Серёга свалил. Свалил. Чё? Свалил, как обычно. А, понял. А ты где, Макс? А я четвертый. А-а-а! А как тебя так подстрелили-то? С Блейза. Бля. Вообще не двигается в очередь. А ты там в анкульсе или что? Как сделать эту для ноги? Крафт сплинт или крафт. Да, крафт сплинт. Крафт сплинт, да. Три, второй. Ну минутку еще, минутку. Накладываю шину. Все, может, успею. Давай, Жека, тащи. Я успел. Я не сомневался. She's alive. Первый. Прикинь, я был на крыше пожарки, меня все поломали нахуй. На самом верхушке я был. Короче, спустился по лестнице вниз, на верхнюю, ну, на нижнюю крышу. А где этот тип? Тип? Угу. Вот где, блядь, на крыше пожарки, блядь, нету, блядь. Поребрика, блядь. Он там, что ли? Нет, он в лесу, блядь.
у тебя физуха есть? Да. Стреляет по кому-то. Бегу, француз. Все, француз. Оп, еще кто стреляет. Блядь, ебать там веселуха. Я не побегу, я уже в прайме, пацаны. Да в хуями выйдет, давно, блядь, добежал. Пизду. В рот ебать твою работу. На работе поспишь. Пойду топ тащить. Да, да я же, блядь, бухой, нам надо поспать. Сейчас, блядь, доту установлю, сука, будем доту тащить. Макс, какой? Первый. Макс, а ты в доту играл? Нет. Правильно, красавчик. А ты чё, Женьку, по этому поводу говорил? Какая-то херня. Не, на самом деле, это ебись тема. Ну, дота, конечно, мне тоже не нравится. Но я имею в виду, я играю. Я захожу. В дота. Ты там сейчас затащишь, Макс? Я? Да. Я же лютый тащу. Сука. Пизда. У меня, кстати, 762 на 39 целый рожок. Нужен фирма? Да. О. Я тут. В комнате, что ли? Да. Ляж там нахуй в этой комнате. Тебе рюкзак не нужен, что ли? Нет, у меня вот такая хуйня. Давай с Алиной у меня влей. Пойдем туда, стой, стой. Блин, я против двоих на лайне, прикинь, стою, Макс. Ой, Женёк. Просто, блядь. О, ебать, цвета. Приход пошёл? Да. Рожок скинул. А КСУ будешь забирать? Ну, могу кинуть. Есть место, поднял. С того леса стрелял, да? Нет, с того. Ну я так и понял, с того, с того. С того, с того, с того. Патроны вот тут твои, между прочим, Серега не забрал. Блять, Сережа, блять, молодец. Я так понял, Сережа вообще лютый игрок. Пожарку сто пудов кто-то забегал. Можем за боков щелкают. Ага.
Просто вопрос, откуда он их щелкает. Блядь, забрал, прикинь. Ну, сука, разменялся, пидарасом. Вон он, вижу его. Где? Из казармы выбежал. Сперва побежал в сторону милитарки. Вон он. А нет, зомби. Он за забором уже. Там милитарки-то нет нихуя, я там был. Ну да. Вон он к сараю побежал. К сараю бежит. Тихо, не высовывайся. Куст. Посмотри. Да он, блядь, посередине. Сарай бежит. Я пока не вижу еще. Ебал. Где он? Не вижу. Вообще не вижу его. За деревом где-то. Я побежал на. Сука. Конечно, я. Там зомбаков 500 штук, мне. Зашло. Дверь ты закрой внизу. Ну теперь сейчас пойду закрою. Вот он. Макс, меня подпитнул. Сзади меня, блин. Бля. Он по мне садит. Ну и что в итоге? Блейз топовый. Ебать, Макс. Ебать, на руин. Бля, я ему заруинил, пиздец. Все, блядь, заруинил. У меня фризы тут. Блядь, ЦР-ку лютую. Забрал, 9 миллиметров. Блядь, магазин на ЦР-ку. Ну, я ему все залог. Я ему просто все, блядь, отшиб. Блядь, ну с Блейзом, с каких патриков-то, блядь, стрелял, а? 308.
У него же их и нету, понимаешь? Значит, все кончились. Может, 9-миллиметровые? А вот 308-е 10 штук за руины. Хорош, хорош. Еще кепка, блядь, я у нее заберу. Все, бегу назад, нет больше ни цвета. Ебать, у меня АК, АКСУ и Блейз. Да. Прицел тут у меня нормальный подогнал. Прицел Адам. Сука, это ему за мои ноги. А я с АКСУ нормально посадил. АКР, фит. Что-то блуд, риппинг, чё? Ну, с ногами что-то, то ли надо боты поменять. Боты могут быть руины или штаны. Штаны, это у меня руины, да. Ну вот. Это он тебе и пишет. Захожу. Вообще, как будто я кровоточу, мат. Да, есть чем перевязать? Стой, дай я зайду. Вон бинт скинул. Блейз скинул. А где Тёма-то? Отцепился, что ли, от скайпа? Тёма. Здесь, здесь. А чё, блин? У меня Блейз с гиликом тебе есть. Заебись тебя. ЦРК 9-миллиметровым, Макс, нужны? Нет, а куда мне их? ПМ-74 МАК на рак. Нет. На пистолет, магаз. Нет. То есть надо скинул. На, кстати, 5.45 еще. Перезаряди. Повяжешься. И, кстати, у него была, я забыл сказать, коробка, блядь, 308-х. Нашел. Сейчас у меня было из уха будет заряжено. Ебать, у меня оружки. Тебе не нужен на КЦУ? Нет. А 74-й? Да куда мне? И так два ствола. В два ствола, блядь. Ты завидуй, блядь, молча. Сидит там. Будем играет, когда нормально пацаны ебашат, блядь. Ты 74-й себе оставишь или чё? Блядь, вот мне 74-й не нужен. Не знаю, не хочу. Ну выкинь его тогда. Там чё с обоймой? Ой, с этим, с прикладом. На нём. С прикладом дэмэдж. А какой он? Скинь. Мне просто магазин на КСУ подошел. Блин. Да и забирай его, чё. А магазин и все, его здесь оставь. А КСУ просто можно убрать, понимаешь, в этот в рюкзак и все. Вот я за что и говорю. А это нахуй нет. Блять, я вылетел. Удивительно. Ну, наверное, все, наверное, Макс, да? Нет, ну я могу зайти и ждать, нахуй. Да, да. Просто ты во сколько уезжаешь? Ну, я чуть-чуть посижу. Тогда захожу. Макс, мне кажется, я на тебя наебываю. Да вряд ли. Я теперь из-за него не выйти не могу. Он тут стоит и шагает. Уперся в стенку и шагает. О, пропал только сейчас. Купил нового перса себе, короче. Берцы? Берси. Берсеркер называется. Берсеркер.
показывалось или стреляли где-то далеко-далеко? Далеко. Далеко, далеко. Скакала в поле, мама. Он не понял, а что, нет очереди, что ли? Так легко. Так легко, так легко. Пацан обломался вот сейчас. Макс, я вроде как захожу. Давай, давай. Тём, очереди нету, ёбаный в рот. Куда? На наш серый. Нормально, не тяну ещё. Только пинг, ой, FPS один и черный экран. О, зашел. Сядь, ёпперс. Мой гнев не знает границ. Как полагает. Блин, ты у меня без оружки. Блять, он Макс целится, блять. В руках нихуя нету. Слушай, ну типа у этого мяса было пиздец. Все, он коров, такой... коров перехуярил всех. Ну, походу, да. Я на военку пошел сбегаю. Давай. Удачи, чё. Слушай, игроков на сервере херня. Да? Разбежались все? Вообще. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Тут кроме 5.45 что-нибудь спавнится? Чё, еще 5.45 нашел? Да. Огонь. А чё плохого? Наоборот, тут прицел бы какой-нибудь найти. Вот именно. Шмот. Вот, шмотки, кстати, мне нужны. Че, выбегать? Да это... А че тебе взять-то? Горка Е мельта. Да у меня... Да пофигу, у меня и штаны, и... А, подожди, сейчас. Ой. Штанов я особо... Короче, у меня все руины. Ага. Ну иди тогда сам, че. Во вторую. Да я сейчас смотрю. О, жор. Thank you.
с дороги. Еще один рожок. У меня скоро рожков будет, я не знаю сколько. Макс, пролагивал что? Ты где? Я в не... Опа, около меня. Чё? Ой! Где это, Макс? Блять, в дальних казармах. Да в дальний я. Блять. Ты хоть говори, Тапа, что подходишь. А ты стрелял? В майке ты? Да. Да, это я. Ебать, ты мне... Ха-ха, вы такие типы. Да, я в ахту. Ебать, а как ты в меня не попал-то, блядь? Еще один магазин. Ух, ёпрасы-то. Можно магазин, магазинов открывать. Прочь с дороги, блядь. Блядь, куда все деется? Чего? А. В тюрьму не заходил? Нет. А я в тюрьме, если что. Окей. У меня что-то в этом ничего не перекладывается. В рюкзаке. Да там нет нихуя, Макс. Ты был уже что там? Да. Ну а что тогда делаем? Не знаю, не знаю, куда пойдем. Тут 74-й еще один валяется. Открою сейчас, сколько народу на сервере. Да мало вообще. Сейчас погодь, я за пелемешками сбегаю. О! Пелемешки, это хорошо. Алло. Алло. Сейчас я перезайду. В смысле? Ну, на сервак. Да у меня что-то вещи не перекладываются, пропадает куда-то все. О, очередь. Один человек. Захожу. Thank you.
делаем-то? Ты зашел? Да, да, да. Нахуй, можем на милитарку пойти. На Мышкина? Можем на Тисы побежать. Давай на Тисы. Но в Мышкина вряд ли мы что-то найдем. Мне так кажется. Люлей есть только. Но на Тисы тоже надо четвером рвать. Да, чё? Ну тогда выходим. Чё? Мы здесь выходим. Француз побежать. Не, вы француз по-любому. Нахер. Здесь выходить. Я тогда выхожу назад. Сейчас я в нелутайку только забегу. Ты бежишь. Опа. По мне. Откуда? Не знаю, я из нелутайки выходил и прям по мне по двери стреляют. Закрылся. Ты где? Я в французе. Чекаю ту гору. Звук примерно оттуда, Макс. Не лутайки ты выходил. Да. Прям в упор как будто садили. Но не издалека выстрелы. Не, пап. Не сблизи. Похоже на то. Похоже. А чекни ту гору, которая, где тот хер был. Да я туда и смотрю, но мне что, ты же думаешь, что все видно? Ну понятно, что там хреновенько видно чуть-чуть. Но получается, тебе в лобешник садили? Или чуть с горы, слева? Да и ты думаешь, так понятно, что ли, прям сильно? Дверь открыл, в зомбаке была вода. И просто тюф! Ну, хотя бы с левой стороны или с правой? Да, Джон, непонятно так. Это я услышал, это просто идет с правой. Ой, с левой.
что мне теперь дуру говорить? Понятно. Стрелять-то больше неоткуда, кроме как с той с горы. Так, парни, короче, я пойду спать, блядь. Тащите. Вообще близко, справа. Со стороны Мышкина, короче говоря. Понял? Кому стреляли?
Нет никого. Ну, кто-то стрелял. У меня тоже обзор такой херовый. А ты где? Там уже сижу. В Нилутайке. Ты что, надолго или? Ну так. Да что, уже поздно будет. Я проснусь завтра хрен на этого сколько. ФПС упал. Бегает кто-то. Сто пудов. Да. Уверен? Ну, не на 100% уже.
Чё? Выходим? Ну давай, наверное, да. Да? Угу. Всё, я вышел. Хуй, лута нет всё равно. Ладно, ты сейчас прямо сколько одуплишься? Ну хрен его знает. Поздно не хотел, тоже одуплят. Ой. Ну, у нас есть тогда. Давай, давай. Не хочу.